Я бы хотел вот здесь написать сонат про чтение Талмуда. Там есть очень похожее место, где написано «The Chisel», где написано там «Furioso», выглядит место вот абсолютно так же. А у тебя оно в Тарантелле. Оно здесь очень полетное. Вот это стрет, это полет. У тебя здесь расстрел всех и вся. Понимаешь? Я тебе же еще вот это... Понимаешь? Вот в нашем времени мы должны это понимать, может быть, тогда,
определенные все в кайф попадали, что такое было, понимаешь? Но сейчас тебя пеняют в грязь, во всем остальном. Поэтому там, где у них вот их беда, вот такие места, их тут много, они в разном сюжете, да, но они вот очень похожи много. Когда стоит пауза на топе, вот это означает, что аккорд, который до паузы, должен быть уже, я знаю. Или там, наверное, должна быть очень быстро взята и снята, чтобы было чисто. Это совсем не значит, что там не может где-то звучать, где-то обертонно вынести вас. Может. Но когда ты просто меняешь или снимаешь ее так, что она практически снимается и тут же берется на этой скорости, это все набирает, набирает обертон. И ты начинаешь их набирать вот тут, и они у тебя, представь себе, звучат до середины. Потому что большая скорость, и много всего происходит. Поэтому вот с этим очень осторожно. Это тарантели, это имеет еще и ритмически, организационно важное назначение. Потому что когда у тебя беда, и ты знаешь, что ты можешь снять, ты не можешь убежать. И для тебя, если кто-то тарантели тебе следует, куда ты не несется, вот для тебя такие вещи должны помогать ритмически себя организовывать на сцене. Потому что если ты об этом думать не будешь, то ты не будешь сделать. Если у тебя, чем больше у тебя вот моментов, стабилизирующих тебя в сторону устойчивости, вот тебе надо об этом думать серьезно, чтобы тебя не обвиняли в том, что ты не ритмично, что ты бежишь, что ты полкаешь и так далее. Тогда вот таких вот вещей под собой будет гораздо меньше. Тогда главное будет работать, и надо будет работать с тренировкой, это все будет работать на твою стучку. Это вот что касается тарантели. У тебя есть какие-то ко мне вопросы? Нет, все. Потому что так вот, судя по рукам, ты все понимаешь принципиально. Что касается салата и подхода, та же самая поспешность, как там. Уже в другом ключе. Ну, с самого начала. Темп быстрый. Быстрый. Вот там есть штрихи, такие вот. Не надо бояться этого спаса. Это очень серьезная проблема. Вот на фоне верха. Потому что ты играешь какую-то, и куда-то ужимаешься. И вообще как-то куда-то это все исчезает, и потом какой-то ровный, это вообще не очень правильный спаса. На всякий случай я знаю, но вы имеете в виду, что я как бы имею в виду спаса. Очень хотите, то ну, я как бы не очень долго это. Понимаешь, не работает, сыграй. Вот это пьяно, оно на месте, без каких-либо тенденций к усилению звука. Это очень благородно, оно более колючее, и вот это да, вот это ряд не звучит. Thank you.
свободу, да? То есть ты здесь не будешь ускорять, там не придется слишком на тебя оттяжку. Если сыграешь это ровно, и там потом будет оттяжка. Сыграешь ускорение, оттяжку лучше. Вот что ты должна знать про себя. Поняла? Иначе не получится, потому что это ты ускоряешь. Дальше что происходит? Вот это вот. Thank you.
Той цифра 7.
экспериментирующий темп. Это тоже мелодия, понимаешь? Здесь она раздваивается на то. И нужно ей уделить внимание. И она не второстепенная, потому что ее просто не играешь. Я не играю, у меня не уходит, а ты не играешь осознанно, потому что уже про нее забыла 1000 лет назад. Важная нота. То есть я тоже понятно. А ты прибегаешь к нему.
Ты должна для себя найти и по ним двигаться в музыке. Иначе получается вот всегда что-нибудь близко, но не совсем то. Их трудно найти, но, они, но можно произвести. Причем они еще для каждого свои. Для кого-то они могут быть совершенно другие, это тоже будет правильно, если это очень убедительно и ясно вычерчено, да? Но это должно быть. Они не должны на себя специально обращать внимание, это самое трудное. Ты их должна прочувствовать, а их можно прочувствовать ритм. Да? Потому что есть еще одно такое очень сложное понятие, я о нем очень часто говорю, даже маленьким детям они его не очень понимают, но когда-нибудь наступает момент, когда они начинают в это въезжать. Это ритмическая педаль. Когда педали иногда соответствуют именно тому моменту, который тебе нужно, чтобы было высвечено. И ты можешь тут еще поднажать или наоборот подснять и так далее, в зависимости от того, что ты хочешь сказать. Понимаешь? Это то, чего нет у тебя в голове на сегодняшний день вообще. А если ты будешь об этом хотя бы чуть-чуть думать, ты не будешь так мстить. Потому что сейчас основная твоя задача к диплому, чтобы ты производил впечатление устойчивого человека, а не неуправляемого. Который может завалить всю хорошо сделанную работу. У тебя тут все правильно, абсолютно все правильно показано. Но чтобы это заработало, ты должна включить немножко еще дополнительных рычагов, которые стабилизируют твое внимание. Вот у меня к тебе все. Почувствовать локти, а хочешь, может, так почувствовать.
показывал, как надо играть его музыку, он, как и все Денисов, и Губайдулина, и Шнитки, они все невероятно требовательны к тексту. И когда это еще не было привычно слуху, в 88 году, когда это наши ребята играли в Америке, мы все что-то играли из них, кто там был на этом фестивале, на первом показе советских тогда еще композиторов, Мелу и вывезены были как бы выдающиеся наши метры, которые еще здесь не звучали в таком количестве. Мы столкнулись с тем, что мы ничего про это не знаем, не понимаем. Мы играли, вот что называется, как дух на душу положить, в прямом смысле переносом. Потому что, во-первых, очень многие вещи были еще даже не изданы. Особенно в итоге написаны, мы вообще там делались так, знаешь, сквозь там какие-то 84-е или 65-е, там вообще все друг с другом совещались. Ну, Шнитки, он тогда был вообще очень болен, но тем не менее он был на репетициях невероятно терпелив к студентам, ни на кого не наезжал, как теперь говорят, но был очень требовательный к тексту. Что я, вот, слушая твою игру, но тем не менее, при этом мы умудрялись ему играть свои варианты, да, и ему, в общем, очень снисходительно ко всему относился, до той поры, пока это не разрушало, видимо, его какую-то вот степень терпения нашей заводительности. Чем это выражалось? Вот, предположим, знаешь, вроде как он ничего не говорит, вроде тут он играл, ты такой от себя тебе там много чего, он как-то не реагирует. Потом вдруг раз, какая-то одна пауза, он прям забивается. Почему? Потому что, предположим, эта тема фуги, да, у тебя, это просто не точен. Текстово не точен, как это ни странно, вот в самом начале фуги. Вот этот вот пам-пам, да, рам-пам-пам. Вот это надо просчитать и играть очень точно, да?
знаешь, какое-то сердцебиение, которое потом, да, превращается уже в связанные результаты. То да, из них выстраивается результат, да, они начинают заполняться по-разному, да, вот эти заполнения разные, вот они должны быть более четкие, потому что вот это, там, какие-то, господи, ноты, это слышно, та нота, которая после 16, после пары идет стакат, она не всегда, продолжает рисунок, понимаешь? Вот если быть более точным, более четким, на это просто я бы обратила внимание, тогда интереснее звучит. Вот сыграй любой отсюда момент, и сам поймешь, о чем я. Ля, звучал. Да.
там этого нет. Вот это вот ля. Ты играешь так, как будто...
ударить, они сюда. Это очень трудно. Thank you.
важно, чтобы было совпадение визуального приема с тем, что ты делаешь, с тем, что ты хочешь. Точка приложения своих пал наших фортепиано, да? Вот она должна быть очень артистично выведена. Тогда это работает. Для этого, чтобы понять, как надо играть свою музыку, послушай, как это играет в другом фрейме. То, что другое есть абсолютно прозрачно, чистейшее, почти классические сочинения, с очень ясной, невероятно красивой музыкой. Но есть вот такие уже более сложные. Вот это, чтобы понять, надо послушать, как он играет. Как у него чистая интонация, насколько энергетика зашкаливающая. И насколько точность, вот, когда ему надо просто вот рвать струны, что называется, а где он тянет. Тут то же самое можно перенести на рояль. Есть какие-то аккорды, которые просто тянут. Что вот она умеет, да, пошла сюда, пошла. Оно сразу уносит разрушение. Понимаешь, она такая вот. Ну, мне кажется, что вот в каком-то в таком направлении, даже с учетом, что вообще это диво. И это трудно. Понимаешь, поэтому вот как бы над этим надо потрудиться. На смены штриха в первую очередь тебе, потому что снимается. И на смены, вот где педаль снимается, вот эти вот петушки, которые тебе правильно поставили перед собой. Там раньше надо обрывать педаль. Чтобы это как вот сумит объявлено, тоже на питание вытянешь. Он тоже имеет краску. Он так не просто. Вот по шнитке у меня так. А в принципе это очень-очень доступно, очень симпатично. А что там у тебя? А, вот это, да? У меня аж синяк на палец, представляешь? Видите, я тут долбанула, мне так больно, думаю, что супер. Смотрите, синяя.